Да даже обычно не падает. Чё тут о золотой вообще думать? Да ну нахуй, блядь, серьёзно, ёбаешь, блядь, что нахуй? Блядь, заебали меня золотые пушки падать, которые мне нахуй не нужны. Вот крутил всякие, блядь, АС-ки, ебаные, все нахуй не падали. Кручу хуйню, которая не нужна. Всё, блядь, с 10 коробок или сколько я тут, блядь, крутил, блядь, заебало нахуй. Все. Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас самое время зарегистрироваться по ссылке в описании и получить кучу халявных донатских пушек и супер VIP-ускорителей. В два раза быстрее ты сможешь апнуть новые звания, открыть кучу нового крутого оружия и просто поиграть с друзьями. Ведь в игре проходит очень много всяких акций, где тебе будет давать в два раза больше опыта и варбаксов, на которые ты сможешь купить топовые пушки в игре. Удачи! Всем привет, с вами Серега, и сегодня мы обсудим реально тему, за которую нас услышали, потому что сколько, твою мать, мы просили, ну пожалуйста, ну сделайте нормальные награды за рейтинговые матчи, почему люди столько должны играть, задротить, получать первые лиги, неважно, не первые, вообще, там за пятые лиги давайте награды. И да, нас наконец-то услышали, и за прошлый сезон уже начали давать награды, то есть за этот сезон, который вот прошел, давали вот такие вот награды. Во-первых, коробку удачи с нефритовым драконом, коробку удачи с кольтом, с беретой, с ютасом, АК-47, берета MX Storm и Айсвал. То есть, ну, скины, вы понимаете. То есть, и уже это какой-то прогресс. То есть, написано, ну, тут понятное дело, за какую лигу вы апаете, тут таблица такая, получаете столько коробок. То есть, если вы апнули первую лигу, вы вообще получаете все коробочки и просто счастливы, может быть, вам что-то, в принципе, и выпадет. Но в любом случае, если даже не выпадет, это намного лучше, чем было, потому что вы только вспомните, а что вообще, в принципе, было. Не знаю, сколько рейтинга не было. Если вы получаете первую лигу, вы получаете за это, что ли, 3000 корон, ну и варбаксы. И все, больше ничего не получаете. И в конце, когда заканчивается сама этот рейтинговый матч, то есть запускается новое, и вам дают скин нефритовый дракон. То есть скин вроде бы как бы прикольный. Ну, мне больше всего нравится на Матебу и на Читак. Но я не считаю, что он прям такой вау, какой охрененный. И знаете, может быть, поначалу, да, такой, вау, редко все дела, потому что мало кто, в принципе, могут качнуть себе первую лигу. Но потом, знаете, когда ты уже получил все скины, которые были, и ты начинаешь получать все скины просто вот повторно, то есть у меня, что ли, G-камера, или как он называется, их, что ли, 3 штуки. Зачем мне 3 штуки, вообще ни хрена не понятно. И я перестал играть в рейтинги именно до первого. То есть я играю в рейтинги, но у меня нету никакого стремления взять и, к примеру, апнуть себе первую лигу. А почему нету? Потому что не хочу я получать себе одни и те же скины. Ну, конечно, короны, у меня их и так 60 тысяч, варбаксов и так 1 000 000. Нахер оно мне надо? Но сейчас админы наконец нас услышали, или не знаю. Может быть, они услышали свою статистику, потому что рейтинговые матчи играло столько людей, реально очень много. И перестали играть люди вообще. И решили они, естественно, добавить что-то интересное. Действительно, им за это респект, потому что не только коробки с камуфляжами они добавили. Они еще добавили, что дым дают, випочки всякие. Кстати, насчет этого рейтингового матча, то есть, когда вы завершите этот рейтинговый матч, который завершится через 20 дней или через сколько, вам дадут еще одни коробки удачи. То есть, с камуфляжами, такими как, ну, нефритовый дракон, опять же, Кольт Питон, анубисский скин, Вепрь, Бизон, Альпина и АК-103, то есть тоже анубисы скины, то есть это довольно, твою мать, неплохо. Если пройти до первой лиги, можно получить коробочки за все, то есть если не пройти до первой лиги, ну то получишь до Альпины, к примеру. Ну я думаю, вы понимаете, тут не особо трудно в этой таблице разобраться. И основные награды, также вы будете получать всего 3260 корон, 32 тысячи варбаксов. Опять же, я тут хочу поспорить, почему так мало, не знаю, но серьезно, ладно, давайте мало варбаксов, мало корон за, ну, до, к примеру, 9-й лиги, но потом там уже реально становится плотно, то есть винторезы, кланы, скобки, реально, чтобы качнуть первую лигу, к примеру, в соло, нужно охренеть как постараться, и серьезно, за какую-нибудь 4-ю, 2-ю, 1-ю лигу можно давать побольше варбаксов, то есть не 7 тысяч, а хотя бы там 50 тысяч, за первую лигу 100 тысяч варбаксов, за первую лигу 1000 корон, 2000 корон, то есть я не вижу никакой проблемы, я помню, админы раздавали по 3000 корон просто за вход, не помню, на какой праздник, просто входишь в игру и тебе дают 3000 корон, я так нафармил 1012, наверное, корон, заходил просто на все сервера,
И довольно частенько, на вроде на день рождения игры, довольно частенько реально давали эти по 3000 корон. Но тут почему-то они жмут и дают 3000 корон всего. То есть ты пройдешь до первой лиги, это на самом деле не особо много, но на всякие элитные перчаточки, в принципе, хватит. А с 21 по 14 лиги вам дадут ускоритель опыта 15% на сутки, а с 13 до 7 ускоритель поставок на 15 на сутки, и с 6 по 1 ускоритель варбаксов на сутки. А, знаете, в прошлый раз давали дым, и на самом деле я хочу сказать, что, блин, ну почему такие вот, да, они круто сделали, что дают за то, что там в конце, когда завершается рейтинговый матч, коробочки удачи со скинами, спасибо им хотя бы за это, но, блин, почему они просто жмут какую-то обычную випку, тем более на 15%, дали бы ее хотя бы на неделю, ну за первую лигу вообще на месяц бы дали. И не дали бы какой-то отдельно, какой-то именно комплект, чтобы все вместе было. Я понимаю, что 15% это обосраться как много, в скобочках нет, но, ну серьезно, куда такая жадность, почему нельзя дать людям випку, это же обычная, это же необычная випка, это 15%, серьезно, это мало, это не супер випка, это же необычная випка. Но все равно они дают ее даже за первую лигу каким-то образом на сутки. И опять же повторяю, что я очень рад, что они сделали все круто, что дают коробки со скинами, хотя на самом деле я бы предложил им сделать что-то более, то есть давать рандомные коробки удачи, то есть кому-то достанется коробка удачи, к примеру, с Эмкой, кому-то с Береттой, кому-то скины достанутся, то есть кому-то повезет, кому-то опять же нету, то есть чтобы опять, а тут был какой-то рандом, потому что я сомневаюсь, что, к примеру, через полгода, опять же, никто рейтинг не будет играть, им придется награды снова менять. Но я понимаю, что в каждом месяце, скорее всего, они будут менять коробки удачи со скинами. То есть, может быть, когда-то даже фортуну добавят, но это, конечно, будет слишком, потому что фортуна стоит довольно больших денег. Но если добавят, это будет, конечно, печально, и придется мне на всех серверах ее себе качать. Хотя данный скин тогда утеряет, к сожалению, свою популярность из-за того, что он был именно таким дорогим, и он просто обесценится, скорее всего. В любом случае, если они будут добавлять награды, просто скины всякие разные, это будет в любом случае прикольно, потому что мне очень дико не нравилось то, что они давали тупо один нефритовый дракон, ну серьезно. Я на всех серверах, помню, качался по первой лиге вообще без проблем, старался, действительно было какое-то усилие, и оно пропало, когда они не меняли никакие награды, и вообще там всякие захваты вводили на рейтинговые матчи. Но сейчас реально есть какая-то возможность хорошая. У меня на альфа, правда, в любом случае все эти скины есть, поэтому, в принципе, все равно мне как-то насрать. Ну, в любом случае, будет как-то получше играть. И они должны сделать, чтобы другим игрокам, у которых, к примеру, все это есть, ну, это, опять же, маленькое количество, но я предлагаю, чтобы они сделали побольше варбаксов и побольше короны, естественно, випки не на сутки какие-то 15%, а хотя бы, ну, на неделю бы давали. Ну, серьезно, ну, первая лига... Випка 15% на варбаксы на сутки. То есть это же мало. Я, конечно, все понимаю, я не жадина, но это мало. Я очень бы хотел, чтобы они сделали что-то более-менее стоящее, то есть что-то побольше. Потому что я, конечно, все понимаю, но, к примеру, у меня все есть, и я как бы думаю о игроках, то есть, чтобы чуваку без донатов, соло, апнуть первую лигу, ему, наверное, скорее всего, целый месяц и придется играть, то есть до конца этой лиги. Мне люди писали в комментариях, что они целый месяц задротили, играли и не смогли даже до пятой лиги дойти. И вы только представляете, как обычные игроки, которые играют в соло, еще без доната, может, еще с плохим компьютером, пингом, насколько трудно им дойти до какой-нибудь нормальной лиги. Так что в любом случае, если не делать награды от пятой лиги нормальные, хотя бы сделать за первую лигу. То есть, если реально человек постарался, дать ему хорошую нормальную награду. Не знаю, 3000 корон, ну это ж не трудно, они же давали реально, сколько я корон нафармил просто за входы в игру. А тут они дают 3000 корон за, в принципе, все лиги. А тут хотя бы за первую лигу реально будет какое-то стремление, то есть если у чуваку просто в принципе не нужны скины, потому что не все фапают на скины, некоторые и без скинов могут играть, они будут получать какие-то плюхи, типа корон, варбаксов, и смогут на них какие-то пушки покупать. Например, если у них нет доната, они смогут за короны что-то покупать. На самом деле, в любом случае, я выражаю, конечно, респект, потому что реально круто то, что они так сделали, ну... Серьезно, то, что было, и то, что сделали, намного лучше. Надеюсь, что они поймут, что рейтинговый матч реально очень важная составляющая в Warface. Много людей играют, и нужно делать еще лучше награды. Но в любом случае, они сделали хорошие награды. Обязательно пишите в комментариях, а что, друзья, выпало вам. Кстати, лучший комментарий прошлого ролика занимает этот чувак. Я его поздравляю. Пишите ваши комментарии, и самые лучшие попадут в следующее видео.
Я не знаю, как мне повезло на золотые донаты, но, честно говоря, в шоке. И тоже можете меня поздравить, желаю, чтобы вам тоже так золотые пухи прям хорошенько выпадали, прям легко на изи. А я, друзья, говорю вам спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, подписываться на канал, подписать ваши комментарии. Все ссылки есть в описании, обязательно загляните. А с вами был Серега, благодарю за просмотр, всем удачи, друзья, и всем пока.